Неизвестный ранее коронавирус, вызывающий новый вид тяжелой пневмонии, продолжает распространяться в Китае. Эксперты выяснили, что коронавирус передается от человека к человеку. Уже выявлены случаи заражения людей от родственников. Вирус также подхватили 14 медиков, контактировавших с пациентами. Ранее специалисты отмечали, что большинство коронавирусов циркулируют между животными или передаются от животного к человеку. Это же предположение было сделано и относительно нового типа коронавируса. Однако два жителя провинции Гуандун заразились от своих родственников. Ну, коронавирус на самом деле достаточно распространенная группа вирусов. Это не редкость в живом мире. То есть эти вирусы, они достаточно широко распространены и паразитируют на самых разнообразных организмах. Там у человека есть коронавирусы у животных, там у собак, у кошек, у коров, у овец. Но, возможно, это связано с высокой плотностью населения, может быть, в Китае. Это может быть связано с особенностями там национальной диеты, там, может, они там сырым какое-то мясо, допустим, съели или там яйца. Чаще всего больные жалуются на лихорадку. У некоторых затруднено дыхание. Рентген грудной клетки показывает, что в отдельных случаях болезнь поражает легкие. Для борьбы с заболеванием в Ухань приехали специалисты Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китайской Народной Республики. Соседние страны с тревогой смотрят на ситуацию в Китае. Уже поступают данные, что неизвестный ранний возбудитель пневмонии появился в Японии, Таиланде и Южной Корее. Правда, пока речь идет о единичных случаях. Лилия Баталова, Универньюз.